Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас вам покажу, как на телефоне Motorola Think Phone можно добавить фотографию контакту. Заходим в наши контакты. После чего нажимаем «Изменить». Нажимаем на фотографию. Можем выбрать из иллюстрации, либо из наших Google Фото. Нажимаем «Выбрать». Сохранить. И как вы видите, фотография изменилась. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!